играх в Ванкувере. Пока что их семья, ну, задумывается в перспективе, естественно, о пополнении, но пока что вот с улыбкой говорят, что наша семья состоит из нас двоих и кошки Эмбер, у которой даже есть свой раздел фан-галереи, и которая сопровождает их и на тренировках, и на соревнованиях. Но это все уже сейчас в прошлом. Стейси Кэмп и Дэвид Кинг получили не очень высокие оценки, они пока что третьи в произвольной программе, а сейчас все внимание вот сюда, потому что это... Дебют в произвольной программе. Вчера, соответственно, был дебют в короткой. Катарина Гербольд и Александр Энберт. Еще раз напоминаю, что всего лишь 8 месяцев назад организовалась эта спортивная пара под руководством Артура Дмитриева и Тамары Москвиной. Еще раз напоминаю, что Катя имеет опыт выступления на взрослом чемпионате Европы. Она заняла 6-е место в женском одиночном катании 2 года назад на европейском первенстве. Потом она тренировалась у Алексея Николаевича Мишина, у уважаемого нашего специалиста. Потом тренировалась она в Москве. Очень благодарна Светлане Соколовской. Но сейчас все внимание сюда. Произвольная программа. Катарина Гербольд, Александр Энберт. Отличное исполнение. 12-3. Прыжка тройной. Двойной тулуп, двойной Ридбергер. Тройная подкрутка, подкрутка лук, 3 оборота. Все в 3 оборота. Это российская пара. Еще одно исполнение в 3 оборота. Прыжок сальков. Четко, параллельно был исполнен. Комбинированное вращение параллельное. Вот чем отличаются российские пары. Очень сложная программа у них. Поддержка Луц. Поддержка, извиняюсь, свечка. Тройной флип. Но они перед этим столько сложных элементов исполнили, в принципе. Последний прыжковый элемент в программе. Да. И, кстати, да, кстати, это вот луцовая поддержка группы 5. Это уже 4-й уровень в обе стороны. Молодцы. Тодос вперед внутрь. Смена руки. Тоже 4-й левел. Без касания льда, да. Естественно. Вот Латца.
четвертый уровень поддержки. И остался последний, по-моему, последний элемент. Это 12-й совместное комбинированное вращение. Что, можно, ребят, поздравить. Очень хорошее катание. Для первого раза в чемпионате Европы выступить так, исполнить все элементы в три оборота. Тройной салько, прыжок, комбинацию, тройной тулуп, двойной ридберги. И также выброс в три оборота. Шикарная подкрутка в тройную луцию. Все в три оборота. Артур Дмитриев на ваших экранах. Ну, по глазам Артура всегда очень трудно понять, доволен он или нет. Да, был этот досадный тройной выброс, да, который не получился. Но, тем не менее, ребята, все остальное сделано здорово. Нет никаких проездов пустых. Это действительно программа. Это программа, которая поставлена и сделана. Вы знаете, хоть она и делалась в рекордные сроки, ставил эту программу Артур Дмитриев вместе с Валерием Печорским. Обязательно хочу назвать этого человека. Это готовое в плане того, что оно сделано, доделанное произведение. Тамара Николаевна, она тоже работает очень много с Катей и с Сашей. Артур Дмитриев, естественно, рядом. Еще раз с удовольствием процитирую Тамару Москвину. Краткая характеристика Катарины Гербольд. Кто она как человек? Не блондинка. Вы знаете, вот запомните, Катарина Гербольд не блондинка. С ней есть о чем. А с ней можно разговаривать. Она интересный человек. И она, вы знаете, она понимает, зачем она катается. Еще раз обращаю ваше внимание. Это каскад тулуп-тулуп-тулуп-ридбергер. Ну, это здорово. Тройной тулуп, двойной тулуп и двойной ридбергер. Комбинация трех прыжков. Вот подкрутка тройная луцевая. Это выброс в три оборота ридбергерный. С полом чисто. И выехала она красиво. Вот так нахально, если хотите, выехала. Вот такое хорошее слово. Да, конечно. Очень хорошее положение поддержки. Нахально в фигурном катании говорят, когда уверенно, когда вот так вот действительно с шиком выезжает. И вот эта вот молодая пара, ну действительно, никаких сомнений нет, что они... Вот уже же выехала практически, да? Что тут получилось так? И Артур. Не, ну это будет зачитываться. В принципе, она проехала достаточно на выезде очень долго. Ну вот почему вот такие вот ошибки происходят, Олег, объясните. Ну это очень сложный элемент. Летит, понятно, и тем не менее, она вроде бы выехала. Немножко контроль, немножко пожестче надо было держать выезд. Но при том, что они исполнили очень сложную программу, все элементы были исполнены в три оборота, то, в принципе, эта ошибка не так влияет. Ну, посмотрим, мы так ждем, какие оценки. Я не сомневаюсь, что, естественно, Артур Дмитриев... Кому это он показывает? Мы не знаем, что он показывает. Цифра 2 нас не устроит. Сейчас должно быть цифра 1, естественно. Тамара Николаевна, ну и вот камера так потихоньку наезжает.